Всем здравствуйте. Вот сейчас прибыли на место, где мы на гуся будем охотиться. Сейчас нужно делать еще дорогу, прорубать. Лодку накачаем, притащим. Немножко снимаем. Нам туда, может, и не надо. Куда? Потому что вот здесь лодку спустим. Интересно. Мачетой подрубить где-то что-то. В общем, вот такие места, куда гусь идет ночевать. На лодочке пройдем туда дальше. Метров 300, наверное, надо. Раскладывай ее. Так, туда подальше протащи на себя. И накачивать будем. Так. Насос брось мне. Ну вот эти вот гряды идут туда, они через все болото идут. Отсюда. И они вот выходят. До того леса, да? Да. Вот там лоси уходят с той стороны. Если они не сюда идут, лось, сюда они уходят той стороной. Ага. С трех канал. Ну. Все, так. Это сюда, это туда. Так. Мешок туда же, да? Не, мешок, машину давай заберем. Ну и как ты? Ну-ка попробуй. Как космонавт. Больше было блин. Мне оно как-то пошире было. Не, российское. Тоже такими же резинками весла крепились. Кольцами. Это стандарт. Бля, сколько меседок понаставил. И вот таким вот макаром. Ёб твою мать. Только цепляется. Да. И пошел. Гуси, гуси, га-га-га. Тут пока дочапаешь 300 метров, блядь, сдохнешь, наверное, этой лодке. А? Да я знаю, да. Так просто видно хорошо. Да нет, ничего, слушай, идет. Да, ружье принесешь. Что-то она, блядь, складывается только. А я не знаю, она двухместная, да, ну попробуем. Это ж двухместная. Нет, с лодки вообще запрещено стрелять. Это забудь сразу. Да не, я пойду туда, что ты? Ты один будешь. Не, не, почему? Может быть, нам переходить далеко. Ты пойдешь, чтобы разведать. Ну да. Чтобы разведать, давай. Насколько возможно туда вообще пройти. Да хорош, хорош, хорош. Не надо сильно. Так.
Пойдем тогда на базу? А вон. Это что такое? Рябчик. Рябчик, да? Рябчики летают. Ну что, нормально, сейчас готовы. Вперед. Ну что, давайте до финишной прямой. Вот обратите внимание, вот эту просеку у Володи со Славой вырубили одним мачете на двоих за 38 минут. Славик остался отдыхать, восстанавливать дыхание. Тут рельс, блин, торчит с этой стороны. Опасная штука, да? Вот трактор. Да, машина соответствует водителю. Дерзкий. Я бы даже сказал, наглый. Там, где тракторист задумывается, сдать задним ходом или нет. Володя нажимает на газ. Сейчас скорость где-то 68 километров. А ты снимал, как Славка лодку закачает? Я иду, и подошел-то вроде. Славка жует, так оборачивается. У, блядь! Ну а там только те мужики, они с той стороны, я и побежал. Ага. Вот так. Вписались. Ах, красота какая. Сейчас выйдем на поле. Время есть. Лед начнется. Ну ты вот ты будешь стрелять? Правильно. Вот здесь место тоже такое стрёмное. Да-да-да. Накидал кто-то. А ты проехал, даже не дернулся, да? Ну, немножко. Что-то так дергается. Я не думал, что там речка такая любит. Ты давно по ней ездил? Я по ней в прошлом году последний раз. В этом году я все ногами. Вот такая красота. У тебя на сколько батареи хватает здесь на это? Ну, это дополнительный аккумулятор, там где-то 4 часа, 4,5. Я к тому, что сегодня будет что поснимать, ну, красиво еще. Видишь, плохо, что она в сумерках. Уже ее качество не то. Ни хрена себе, слушай. Так, вот, блин. Понял? Очередной зачет водителя. Яма раздолбали, блин. Я думаю, знаешь, я думаю, тракторист, который здесь лес рубил, вот хозяин. Вот я все гонял трактор туда-сюда, бля. Сейчас сюда проезжаю. Налево. Не налево, налево. Да здесь дорога, есть только асфальт. И вот ориентир, Володь, вторая куча. И напротив, я оттуда уйду. Я того следочка, бля, даже старого. Вообще, бля. Я имею в виду на этой дороге. Время че настало. Поехали.
тут-то хорошо, конечно. Что-то не развернешься. Слушай, а тут я смотрю, куда плыть видно. Задом-то, конечно, она. Птица? Ага. Уточки, наверное. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Слушай, а ты говоришь, сети ставят. Тут же мелко. Как, какие тут сети? Не сети, а тут эти рогатницы ставили. А тут все уже собрано. Они тут отловили свое. А рогатница это как? Палка, на нее привязывается хорошо рогатка. Лески метра 3-5. Наконец, или хороший трюк, либо тройник, лучше тройник. И же что... А, типа как на кружки. Понял, понял. Слушай, скажи, вот сейчас здесь конец, дальше там тоже вода есть? Я вот не знаю точно, по берегу здесь херово пробираться. Может быть дальше как-то что-то, но не знаю. Но там плес есть, да? Там вода. Да, там была, по крайней мере, вода. А вот я не знаю сейчас как, я в этом году туда не ходил. Ага, то есть основная вода здесь, да? Основная, вот что ты прошел, как говорится, и вот. Все ясно. Пошла вода. У тебя проще, конечно, лучше на эту сторону перейти. Ну, это мы посмотрим. Мы тут втроем здесь. А, ну, лодка-то для того, чтобы подобрать просто битую. Так-то здесь пешком прошел, да и все. Ну, да. Мы, может, ее и ставим туда. Ну, ну ладненько, давай. Давай. Ну что, вот это место примерно будем ждать здесь. Как он летит, гуська. Как он будет кружиться. И посмотрим. Сейчас оделся. Лодочку я укрываю. Укрываем лодку сеткой маскировочной. Получше. Если гусь пойдет в воду, упадет, на лодке доставать надо. Поэтому лодка именно в этом месте, она просто необходима. Вот. Ее надо очень хорошо закрыть. Гусь этот парень очень хорошо видит. Очень хорошо видит. Подходит к камышу, поэтому я сяду в камышек. Примерно здесь я буду сидеть. Так, вот журавли, идут журавли. Стая какая журавлей. Если есть гусь, то скоро и гусь должен пойти. Вот журки собираются в стае уже. Вот сколько вас молодые пищат. Вот они. Красавцы.
Красавцы. Журки. Так, а вот тут, по-моему, гуси. Вот, по-моему, гуси. А нет, журавли. Журки. Ага, вот гуси, гогочут гуси уже. Идут. Посмотрим. Одиночки пока летают. Вон далеко вижу. Вечерка всегда короткая бывает, темнеет быстро. Так что если гусь идет, то это быстро. Утром, да, там наоборот рассвет. Ну, вечером как-то интереснее в ожидании в таком. Рыба играет на воде, жирует, круги идут. Щучка есть, окунь, карась. Попозже осенью, тогда много гуся очень идет. Сейчас рано, первый гусь еще пошел только с севера. Ну, не терпится, поэтому и приехали разведать. А так и на полях хорошо охотятся тоже, да и на море интересно. Смотрят на меня. Первые гуси пошли. Угу. Мишаня по уткам стреляет. Thank you.
Спасибо.